Ольга Паршуткина с детства хотела защищать закон и порядок, добиваться справедливости. Чтобы научиться этому, поступила сначала в Государственную Уральскую академию, затем приехала в родной город и расследовала уголовные дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. С 2008 года в следственном отделе Ленинска-Кузнецкого. Негативную составляющую своей профессии воспринимает философски. У всего есть свои плюсы и минусы. Вообще институт криминалистики, он существует с древних времен, скажем так. В органах прокуратуры ранее была должность прокурора-криминалиста. Вот. Но функциональные как бы качества были отражены только в положении о прокурорах-криминалистах и не была закреплена процессуальным статусом. В 2008 году были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, где введен такой участник уголовного судопроизводства, это как следователь-криминалист. Следователь-криминалист по общим понятиям – это должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное расследование. Раньше работа криминалистов была осложнена отсутствием единой базы и слабым развитием информационных технологий. Теперь в распоряжении криминалиста база ДНК, криминологические учеты и следотека. Благодаря всему этому следователь-криминалист может сравнить имеющиеся данные и установить личность пропавшего человека. Занимается расследованием преступлений прошлых лет, преступлений, связанных в условиях неочевидности, и рассматривает сообщения о безвестном исчезновении граждан. У нас в следственном отделе за 9 месяцев 2013 года поступало 15 сообщений о безвестном исчезновении граждан. Основная категория, скажем так, граждан была найдена, и лишь по одному случаю у нас было возбуждено уголовное дело, потому что местонахождение данного человека не было установлено. Совершенствуются преступления, совершенствуются и методы их расследования. Исследователь-криминалист разрабатывает новые методики, тактические приемы, предлагает оригинальные следственные мероприятия. Он помогает следователю обрисовать общую картину, составить план на местности, сузить территорию поиска. А значит, быстрее расследовать преступления, чтобы виновные были наказаны, а справедливость восторжествовала.